Симферопольские полицейские вернули мужчине похищенную у него собаку. Ротвейлер был украден прямо во время прогулки. Как стало известно, накануне в дежурную часть полиции города поступило сообщение о том, что на одной из улиц Симферополя неизвестный похитил собаку. Как уточнил 48-летний заявитель, на улице у него случился эпилептический приступ. Пока мужчина находился без сознания, его четырехлапого компаньона увезли в неизвестном направлении. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 34-летнего местного жителя. Судимый ранее мужчина намеревался продать питомца на одном из рынков Симферополя. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданина. Согласно действующему законодательству, подозреваемому может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.